что же, не по-весеннему морозно, но по-весеннему уже светит солнце и поднимает настроение зельнодольцам. С этим прекрасным настроением зельнодольцы отправляются на главную площадь нашего города для того, чтобы отметить замечательный праздник провода зимы или по-другому масленица. Ну а о том, как проходит празднование, увидим прямо сейчас. Режем работы именно на праздник, такие посвященные вот таким народному творчеству. Это там богатырь, медведь, там и национальный, допустим, там барс, диван. Вот этим мы сейчас занимаемся. А конкретно это кто? Это будет богатырь, охранник. А как называются самки, как двое из сырца. А ну-ка, блинчики с вареньем, со сметаной. Рецепт, рецепт, у меня один рецепт, значит на кефир, кипяток. Другой рецепт, значит, на мука, мука, крахмал, кефир, кипяток и на молоке. Спасибо огромное. Давайте, берите бабличку, берите бабличку. Мазричку надо. Ага, да, давайте, угощайтесь. Самки раскусанки, красивые, прекрасивые, продолжают двигаться. Все, давайте, угощайтесь. Праздником! Чтобы не только одна половина. Давайте, я один для вас остался. Уси и Китины! Детки, сами... Блинчики вкусные, люди добрее, и масленицу люблю к 8 утра сюда притаскивать.